Если еще буквально 15 лет назад Российская Федерация огромное количество продовольствия импортировала из-за рубежа, то по итогам прошлого года объем экспорта составил 42 миллиарда долларов США. Это в целом в Российской Федерации. По Тюменской области составило более 27 миллионов долларов. И наша продукция едет в большое количество стран. Нужно отметить, что только кондитерка поставляется в 8 стран мира. Ну а в целом порядка 16 государств с удовольствием приобретает продукцию тюменских товаропроизводителей. По всем направлениям, которые у нас производятся, мы видим существенное перевыполнение потребностей, за исключением двух позиций, это говядина и овощи. Обусловлено это тем, что в этом направлении еще есть, собственно говоря, над чем работать, и ряд инвестиционных проектов мы в этом направлении предусматриваем. Наши предприятия как раз на всероссийских выставках, конкурсах активно принимают участие и получают соответствующие награды.